Для проведения творческих фестивалей «Макушка лета» самое лучшее время устроить мероприятие под открытым небом. Тем более само название, что называется, обязывает. «Вижу чудное Приволье». В Тверской области в эти дни проходят мероприятия в честь 120-летия со дня рождения знаменитого тенора, уроженца Верхневолжья Сергея Яковлевича Лемешева. В это воскресенье стартовал юбилейный 35-й музыкальный фестиваль, посвященный народному артисту СССР, который ежегодно объединяет почитателей творчества великого певца. С места события передают наш корреспондент. Родиной выдающегося оперного певца, лирического тенора Сергея Яковлевича Лемешева является деревня Князево Калининского района. Именно здесь в 1986 году по инициативе поклонников и земляков певца был создан единственный в России музей Лемешева. С течением времени деревня Князево стала центром проведения культурных событий, которые так или иначе относятся к творчеству певца. Я стояла у истоков, мне повезло, очень интересные люди собрались и решили, что мы, наша земля, наша губерния достойна такого праздника. И стали вот постепенно его разрабатывать. И вот сейчас он в прошлом году не состоялся из-за пандемии. В этом году, видите, как народ ждал, дождался наконец-то. В этом году для гостей организовали музыкальные и театрализованные программы, состоялась ярмарка народных ремесел под открытым небом и, конечно, экскурсии в музее Сергея Лемешева. Приветствие гостям и участникам фестиваля направил губернатор Игорь Руденя. Этот музыкальный праздник в 35-й раз собирает на родине великого тенора многочисленных поклонников его выдающегося таланта и творческого наследия, пронизанного огромной любовью к отечеству и уважением к культурным традициям нашего народа. Наследие Сергея Лемешева стало фундаментом для дальнейшего развития отечественной оперной школы, ориентиром для молодого поколения исполнителей, отметил Игорь Руденя. Для каждого певца выступление на малой родине мастера – это возможность ближе узнать природу русского таланта и, конечно, найти вдохновение для дальнейшего творчества. Несмотря на такую немножко плачущую погоду, места у вас красивые, свежий воздух, все радует на самом деле, поэтому эмоции переполняют. Организаторы отметили, что к юбилейной дате в регионе проходит ряд культурных событий. Так, 12 июля фестиваль продолжится в городском саду Твери. Перед зрителями выступят Государственный академический русский народный ансамбль России, солисты и коллективы Тверской академической филармонии, ведущий программы «Народный артист России» Владимир Березин.